Приветствую, друзья, на канале Pro Gamer Television. С вами Сафир 33, и мы с вами продолжаем проходить игру Brutal Doom на версии Brutal Pack версии 9 и Свадом TNT Revolution 2. Так, у нас с вами получается 14 уровень. Да, 14. Ох, давно я не играл. Так, что-то у нас звук громкий очень. Ой, блядь. Ёбаный в рот. Подождите, куда вы спешите, мадафака? Дайте я с кнопками-то разберусь. Ебануться вообще, пардон. Блин, меня сейчас пилить будут! Что-то, может быть, это не так уж плохо было. В самом деле, а чё это я тут с таким оружием? Да? Блин, только хотел, знаете, снайперскую винтовку хотел взять. Блять, вам такого прям не хочется. Ах ты сука. Блёха-муха! Я запомню тебя, сука. Сейчас мы все сделаем, не бойтесь. Жить мешает, вот что делать? Да ёбаный в рот. Читерские эти шары заебали тоже. Ой, блядь! Подожди, я просто хотел сохраниться, думал кнопочку нажать. Блин, ну. Итак, TNT... Давай. Уровень 14. Какого лешего, а? Чуть промазал. Ой. Ой. Что-то я привык к это... Doom Infernal. Так, это вам, чтобы жизнь медом не казалась. Отлично. О-о-о. Какого лешего? Откуда вы берете? Война. Только и... Блин, подумал, что сейчас побежит. Это что, склад монстров, что ли? Хорошо. Не бульба себе. Ведь же тут могло такое случиться. Сразу бы, наверное, всех разнесло. Вдрызг. Что-то... Ой, блядь!
Пока все равно не могу никак привыкнуть к игре. Слушайте, зачем я взорвал эти бочки? Чувствую, там все плохо очень. Вы чё, предлагаете мне спуститься? Какого черта, чё происходит, а? Какого хрена, откуда вы беретесь все? Я что-то вообще, блин, не втыкаю. По сути, я, наверное, и не должен втыкать. Ой, блядь, ой, блядь! Ой, блядь, тут же прыгать-то нельзя. Ой, бляха-муха, что ж такое-то, твою мать. Суки, наебать меня решил, тварь. Блядь, и там, смотрите, а, жирное говнецо. Ну ладно, ладно. Вот ужасно. Пробьем натиск. Хер ли вообще тут я вообще делаю? Так, ладно. Немножко больновато. Больновато, да. Так, а вы там вдвоем пока поиграете, друзья. Припекло к стене, к потолку. Наверное, что-то опускалось, я просто не заметил. Стоп. Это еще что? Кинет. Зашевелились, блядь.
Кто там с плазмоган? Блядь, читерская хуйня. Ой-о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 й. Зота какая. Блять, вот тут нельзя по-другому как-то, а? Что вы такие всегда злые, мадафаки? Пиздец, блять. Не убежишь опять. Дело, я просто назад выбежал, и все. Не вовремя, сука, все делаешь. Ты же мне, знаете, гранатомет жалко стало, что-то так вот тратить. И все-таки она пробила, а? Ой, блин! Ой-ой-ой-ой-ой! Да, блин! Ой-ой-ой-ой! Конец. Гоните что, блядь? Ха-ха-ха, на умнее оказалось. Сейчас аптечки нынче в цене. Ебать, колотить. И чё? Блин!
Блять, молодец, а. Путевое положение дел, что могу сказать. У меня есть осада, мадафака. Блять, отовсюду прострелят, а? Что за херня? Музыка такая церковная. Че, никого нет? Возьмем. Такая лужа крови, пипец вообще. О, слушайте, там еще и стрелочка. Сейчас вот возьму и прям... Ебать!
Бля, подождите. Сука. Ты ёперный, а чего так много что-то? Убил. Так. Экономить надо, наверное. Задела меня. Ой, нет, ой, блять, а говно. Где аптека? Откуда стрельба, блядь? Проебал своей жизни все абсолютно. Чтобы уже наверняка. Мне показалось, что это стрелочка была, не? Шесть секретов тут.
собственно, вот это. Вы сейчас поняли, что это было или нет? Я чуть не обсирался. Ебать, что это такое? Сука. Блять, по-моему, там скелет. Ёбаный в рот. Ты, блин, гнида-то такая, а? Готов, мадафак. Какого хера меня сейчас там поджарят? Ой-ой.
Блять, извините, я не по адресу. Пиздос. Я не верю, что там все убили. Я быстрее бегаю. И что ты тут? Так, 82, 100. Чего? Да ладно. Я ни одного секрета не нашел. Это же ненормально. Что-то мы пропустили тут, там совсем много всего. О. И это даже не секрет. Thank you.
Слышите? А вот этот ящик другой. Что он опускается? Нет. Ну и что делаем? Да он точно должен опускаться. А, блин, ну это гранатомет, наверное. Хотя нет. Блин. Смотрите, и там можно пройти. Потрясающе, не думаю. Монстров еще до хренища осталось. Стопудово. Сюрпризов. Так. А, слушайте, он прям там сбоку. Ну-ка, стоп. Жалко, что могу сказать. Стоп. А, показалось. За такой тонкой стеной ничего не может быть. Здесь тоже не перепрыгнуть. Возможно... Это еще что за хрень? Блин, возьмите.
Так, пиздата. Блять, а чё вас столько много стало? То нихуя нет. Ладно, я просто хочу этот... первый раз у меня получилось сразу сюда же убежать. Чё, блять. Короче, надо в этом туннеле оставаться. Вообще не вариант, просто. Так. Первый раз, вот когда так пробежал, было вообще пизда. Сука. Там же тоже что-то открылось, кстати говоря. Так, одного раскидало. Там режем. Ой, сало. Стоп, еще. Он просто исчез. Мадафака. Извините, пап.
малина была. Сначала надо с этими разобраться. Такой гранатомет. Почему это красное? Ага. Что это такое? Видный скелет, а, сука. Второй нахуй. Хочу. Суперскими этими штуками, блин. Блин, что случилось? Вот это, блин, зарядили меня. Хрена.
вначале я вообще хотел сохранить себе бронежилет. Такой наивный, капец. Так, аптека. Ну, конечно же, мы это потом возьмем. Подарок. Да пиздец. Я чё, это страшно. Бля, это действительно страшно. Такой крючок, а у тебя там ни хера нет. Рассыпался. Так, вот здесь у нас. Блин, хотел очки одеть. Ночного видения, совсем без бринди. Ё-моё. Сколько у нас? 3 секрета из 6. Опа, очки. А вот и ключик. И ключик у подарок. Брать мы, конечно, не будем. Пока. Я просто не знаю, что там будет. Да? Так, здесь мы все взяли. Тут броник остался. Жизнь. Самое важное чувство. Стоп. Возможно. Нет, подождите. Так. О! Да, наверное, это фонарь. Жизнь так веселее стала. Не понадеялся. Сюда можно переместиться. Ой, блин, чуть я включил. Так, давайте пойдемте вставим синий ключик и посмотрим, что будет. Если это какой-то будет выход, ну, тогда вернемся за жизнь. Ничего, да, я вот открыл синюю. И чё, ничего, да? Вот это зачем здесь?
Для красоты, видимо. Но я все же надеюсь, что выйдет Doom Eternal мод именно Doom 2. Вот это будет. Поиграем, бля. Думаю, что уже некоторые моды, может, тут уже и начал работать. Так. Нам нужно покончить еще дробовика. Бывает еще коробочка где-то, не знаю. Ну что ж, а с вами был Сафир Тритройки на канале ProGamer. Увидимся, всем спасибо и до новых встреч. Пока-пока.